мир, мир виновий. Проще можно назвать чистилищем, в котором находятся души тех, кто должен будет опять вернуться в мир яви, пройдя уроки очищения. До седьмого уровня душа будет способна преодолеть реку забвения. И придя на первый уровень светлого мира, где будет проходить уроки необходимые для жизни на земле. Знаете, от чего страдают люди? Больше всего от того, что считают мир, в котором они живут, несправедливым. Все, что бы ни происходило человеком, он отвергает и настаивает на том, что не смог совершить подобного. Это темные силы его искусили, что он не смог, он не заслужил. И вы знаете, темные силы действительно пытаются увести человека с истинного пути. А как иначе, их тоже понять можно, ведь они должны жить за счет кого-то, вот и живут. Наслаждайся и приумножая себя за счет тех, кто не хочет даже палец о палец ударить, чтобы что-то в своей жизни изменить. А зачем менять, если всегда можно переложить ответственность на темных сил? И так как раз абсолютно все равно возлагают на них груз ответственности или нет. Только важно понять, перекладывая вину. Знаете, от чего страдают люди? Больше всего от того, что считают мир, в котором они живут, несправедливым. Все, что бы ни происходило человеком, он отвергает и настаивает на том, что не смог совершить подобного. Это темные силы его искусили, что он не смог, он не заслужил. И вы знаете, темные силы действительно пытаются увести человека с истинного пути. А как иначе, их тоже понять можно, ведь они должны жить за счет кого-то, вот и живут. И ответственности на другого никоим образом не снимайте, а в конечном итоге все равно придется отвечать тем, кто совершил убийцам, ворам и предателям. И отвечают за все не один раз, а дважды. Один раз на земле поломал свою жизнь, а вторую отбывая наказание в темном царстве. Ведь они были слугами темных сил, а их не так и просто освободиться даже после смерти. Знаете, от чего страдают люди? Больше всего от того, что считают мир, в котором они живут, несправедливым. Все, что бы ни происходило человеком, он отвергает и настаивает на том, что не смог совершить подобного. Это темные силы его искусили, что он не смог, он не заслужил. И вы знаете, темные силы действительно пытаются увести человека с истинного пути. А как иначе, их тоже понять можно, ведь они должны жить за счет кого-то, вот и живут.